Любознательная, захлопнула. Все, ушла, все проверила. Ты мне так компьютер нарушишь, Паля. Ну, мне просто интересно, что она дальше будет делать, Паля. Сейчас, пускай, этот, на стул она сейчас пойдет, залезет. Гляди, с какой скоростью залазит. На стуле она уже. Отрастет, и как интересно, июнь. Совсем большая уже, на кошку похожая. Ну отойди в сторону, тут одна тень от тебя идет, ничего не видать. Не раньше. Они компьютер сломают. Да уйди ты. Так и важно тебе. Вот это важно. Ну, проследить главное, какой у ней путь. И она, главное, за ведро туда, за поганое, везде залазит. Какие-то компьютеры, нужны они тут нам. Это не пройдет. Она ко мне когда лазит, я все любопытнейшее смотрю. Вон она. Мать лежит где-то у ней. На втором этаже дай-ка, на третьем. А это там везде лазит. Вообще, как крикнул слово Паля, она сразу прибежит. Паля, ты где? Вот он. Ничего дать-то не могу тебе, а. Ну-ка на, Володя. Ну ладно. Посмотри, я Пале что-то дам. Пойду. Раз прибежала, надо что-то дать. Один гальян бежал, ни одного гальяна нет. Ой. Паля, где она? Вот она. О, вот как она. На, смотри, что я тебе принес. Рыбы жареной. Ну-ка давай, бери, Паля, бери. Ой, какая Паля. Ну. Что, все съела? Да пушок такой, а. Ее даже в стенки выставляешь, она не мерзнет. Как медвежонок какой. Это я рыбную руку об нее обтер, и она уже шубу свою начинает зализывать. Ну какая интеллигентная. А кто это нету, куда-то делась большая-то. Рыжая-то. Поди спряталась уже. Да поди спряталась. А может не спряталась, сейчас я. Опа! О! Вот она. А, вот она. А вот она лежит тут. Вижу я. На ночь сейчас под пол буду сажать. Рыжка. Сейчас, держись. О, ну, что, пойдем. Неохота. А, рыжая, тепло у тебя тут, ну пошли. Опа. И главное, берешь, когда она лапу вот так вот свешает, не хватается ничего, просто висит. До того интеллигентная кошка, вот она где. Мать потащили. Ой. Давай. Подожди-ка. О, давай. На ночь туда. Давай. Паля. Давай. Все, пошли. Вот на ночь закрываем. Потому что сильно дует. Это сколько слоев-то тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть слоев материя. Ой. Ну там не так и холодно. Они сытые кошки, сухие. А иначе у нас тут открыто. А если закрыть, им на двор сходить некуда. Я все добиваю, смотрю. Вторая мировая война, день за днем. 70-е у меня должна пойти серия. Какой труд они проделали, тут три историка. Это даже вообще. Это, значит, Андрей Терещук, Кирилл Александров и Виктор Правдюк. Виктор Правдюк, наверное, это все остальные помогают. Это все надо знать было. Все бои, все войны, которые Америка вела с 1933 года, и все по порядку ведет, и ведет там, ну,
по дням. Какой военачальник, сколько погибло. И все, и идут, и это, в то время съемки шли много было. Сколько убитых. Какие военачальники в Японии были. Какие совещания. И вот опять считают, опять считают. Это документы достать надо было, хронику. И совместить, и разъяснение дать. Разъяснение. Такого нигде я не видел, там, что Сталин делал, там такие просчеты делал. И там Гитлеру вот это тоже неправильно было. Почему именно? Не до конца. Меня интересует именно покаяние. Было у них или нет? У Сталина не было. Он потерял сознание в 73 года. Ладно. Сегодня мне Никита сбросил материал. Там молитвы какие-то, роман достал. Ну, где? Из интернета. Молиться за свой род. Род. Вот, что клятву императору, да я ее не давал. Дому Романовых, что я должен покаяние принести. Ну, это смешно, это царебожники там, сумасшедшие, как будто бы. И он там хотел внедрить, а никто же надо узнать, как я говорю, батюшка пусть отвечает вам. И у нас нет таких молитв. Молитву, молитвослове. Что вы думаете? Церковь это все осудила. К слову сказать, очень хорошо о них сказал Осипов. Я не то, что против Осипова, а именно конкретно. Он говорит, это просто подготавливает престол Антихристу, царь, искупитель. Искупитель, говорит, один Христос. Совершенно правильно. Ну вот, не знаю, там роман или кто. Это он так пишет. Где он взял? Да в интернете взял. И зачем нам это нужно? Заучивать, молиться, молитвы, которые... Неизвестно, кто составил и зачем. Даже я узнаю, сказали бы. Но это со здравым смыслом не согласуется. Просить прощения в том, чего я не знаю. Я прошу прощения у Бога за то, что Адам согрешил. Ну, что это за наш человеческий род? Да его я не знаю, род. Дедушку знаю, Егора Ларионовича, а дальше уже не знаю ничего. У нас нету. Ну вот, отец у меня Тихон, это родство рядом. У Тихона Дмитрий, Тихон Дмитриевич. А Дмитрий как величать, уже не знаем. У нас никто не вел родословно. Это евреи бесконечно родословные, говорит, которые не дают ничего. Вот так. Я тут по военным делам все. И записываю кое-что, чтобы легко было узнать, в какой серии особенно они. Вот. Я тут понаписал уже сейчас. Вот. 20 серия о Боге, там 34-я, что там 34-я, не знаю, о Боге говорит. Они показывают, что они верующие. День за днем. Ну все, прекрасный день, воскресный прошел. Батюшка уехал. Ну, чем заниматься, тут я не знаю, я не тревожу. Может быть, уставший был вчера, тем более. Все, становимся на молитву.